В этом актовом зале собрались люди, которые несут в жизнь тамбовчан необходимый свет и тепло. Вячеслав Бородулин – старший машинист котельного отделения. Он работает на ТЭЦ уже 31 год. Следит за работой оборудования и занимается его ремонтом. За трудовые достижения он награжден нагрудным знаком правительства области. В 92 году я сюда пришел на ТЭЦ. Ну, как сказать? Можно сказать так, что пришел случайно. Ну, сначала было трудно, конечно, но потом потихонечку втянулся. Еще один сторожил теплоэлектроцентрали – электрослесарь Вячеслав Хворов. Ежегодно он обслуживает автоматику и средства измерений электростанций. Его путь на ТЭЦ начался в 1977 году. Сейчас для многих своих коллег он уже наставник. Сначала учился, сейчас вот уже давно работаю по 6-му разряду. Получается, что у меня моя специальность очень нравится, и все годы я не потужил, что на ТЭЦ пришел. Появление ТЭЦ послужило началом масштабных работ по строительству жилья и теплификации в Тамбове, благодаря чему в 60-е годы дома на улице Мичуринской получили долгожданное тепло. Меняются времена, там новые задачи, новые формы хозяйственной деятельности, но главное, что неизменно предприятие продолжает обеспечивать теплом, горячей водой, как основными ресурсами с точки зрения городского хозяйства, значительную часть населения города. Сегодня станция обеспечивает тепловой энергией 60% тамбовчан, а также на 30% закрывает потребности региона в электричестве. 70 лет эти развитие шло совместно. ТЭЦ бесперебойно обеспечивал теплом электроэнергии благодаря не одному поколению энергетиков, посвятивших свою жизнь станции, проработавших здесь. Совсем скоро Тамбовскую ТЭЦ ждет модернизация. В рамках одной из госпрограмм здесь установят новую паровую турбину, которая позволит обеспечить все теплоснабжение в городе, как в домах, так и на предприятиях. Полина Мотовникова, Евгений Михеев, Данил Лычко, «Область новостей».